Привет, ребята! Привет! Привет! Посмотрите, что это принесли фиксики, а? Это пластилин. Посмотрим, что здесь еще есть. Вот такие формочки. Вот такие. Палочка для резки пластилина. Ну, сам пластилин. И вот такие формочки. Ну что, начнем? Да, что мы будем лепить, а? Ой, так хочется на море. Давай море слепим, а? Начнем с моря. Нам понадобится синий цвет. Вот как мы будем делать волны. Нарезаем маленькими кусочками. Каждый квадратик мы разрезаем по диагонали пополам. Кладем, и получается у нас вот такие волны. Вот. Еще немного синего. И получается у нас с вами вот такое море. Отделим ножичком. Вот так волны. Ну а берег у нас будет песчаный, желтый. Вот такой у нас берег песчаный получился. А чтобы еще больше было похоже на песок, сделаем вот такие точки. А сейчас нам понадобятся формочки. Человечек. Он будет розовый. Делаем из шарика тонкий блин. Берем формочку и нажимаем вот так. Вот так. Убираем лишнее. И вытаскиваем. Вот, человечек подошел к морю. Вот такой. А теперь ему надо сделать глазки из белого пластилина. Катаем два маленьких шарика. Вот такие белые шарики мы прислоняем к человечку и надавливаем. А теперь два маленьких шарика из синего пластилина. Это будут зрачки. И вот такой маленький оранжевый ротик. Человечек улыбается. Он рад, что приехал на море. А на чем же он приехал? Конечно же, на машине. Вот на такой. Берем черный пластилин. Только окна пусть будут белыми. Ага. Разминаем черный пластилин. Надавливаем на него формочку. Вот так. Вот какая машина у этого человечка. Она стоит вдалеке. Теперь отрезаем от белого пластилина кусочек. Вот такое вот беленькое окошко у машинки. Одно. И второе. А кораблик? Я хочу, чтобы он был зеленый. Зеленый кораблик. Вот какая формочка. Снимаем лишнее. Вот так. Можно его украсить. Во-первых, окошко. Иллюминатор. На белый сверху синий. Получается синий иллюминатор с белой каемочкой. Катаем две колбаски, белую и розовую. Соединяем и закругляем. Спасательный круг. Берем черный. Делаем также две колбаски. Соединяем и лепим якорь. Вот такой. А солнышко? Конечно. Вот такой вот оранжевый круг разминаем и прислоняем к нашей формочке. Вот такое у нас смешное солнышко получилось. Это солнышко, немножко похожее на печенье. Вот какая красивая картинка у нас с вами получилась. Ну что, пора на море! Пока, ребята! Пока!